в Зеленограде финишировал турнир по дзюдо среди ветеранов. В категории 50 лет и старше выступал севастополец, мастер спорта Леонид Рубель. Леонид Аркадьевич, сколько схваток провели и какая была самая трудная? Я провел 4 схватки. Самая трудная была финальная схватка с Виктором Магерой, который являлся победителем мирового чемпионата в США в Майами. Он стал чемпионом в весе 81 килограмм. Но здесь он не смог придержать вес. У него вес, как говорят, поплыл 85-86, и он ушел в мою категорию. Ну, я победил его в финальной схватке в оценку Юка. Да, Юка. Это досрочная победа? Нет, это четверть победы. Четверть победы. Да. В Азаре это половина победы, и Япон это чистая победа. То есть противник довольно-таки серьезно был. Каким соревнованиям вы сейчас начали подготовку? Ведь ваша мечта — выиграть чемпионат мира. Ну, вы знаете, в принципе, я планировал уже, я 5 раз участвовал на чемпионатах мира по самбо, но 4 раза становился 2-м призером, но сейчас я переключился на дзюдо, больше стараюсь выступать на соревнованиях по дзюдо и планирую выступить во Франции на чемпионате Европы по дзюдо, и осенью 2013 года я буду выступать на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в адрес нашего ветерана. Это уже 7-й турнир в этом олимпийском сезоне. И тем более золотая медаль и кубок в олимпийском виде спорта дзюдо. Наталья Бабкевич, Владимир Милянский. Программа «Наше время».